Раз, два, три. Fire! Шапочников Андрей, здрасте. Привет. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о происходящем мероприятии? Ну, единственное, что могу сказать, что я рад видеть своих друзей. Так. Еще раз. Замечательное мероприятие. Добрые лица. Фантастический круг. Выставка так себе. Покупательная способность еще хуже. Я вижу, что у нас даже второй день очень много народу. Новых людей, которые начинают интересоваться и втягиваться в наше творчество. То есть мы в нашу секту затягиваем, да, людей? Да, затягиваем. И очень приятно, что в отличие от многих европейских таких ярмарок, у нас много молодежи. Очень средний, да? Каталось очень мало, все интересуются, но ничего не делают. Ну, пиво-то хотя бы вкусное? А что вы пили вчера с Вячеславом? Водку, естественно, пили. Конечно же, с пивом. А, водку с пивом. Водку с пивом. Забавно, что, короче, кончилась водка, пиво, а томатный сок остался. Здравствуйте, Павел, сделайте лицо попроще и расскажите, как вам нынешняя ярмарка, что она вам принесла, какие эмоции? Спасибо, Денис. К сожалению, не получается сделать лицо попроще. Ярмарка, как всегда, на уровне. Ага, так классно. Нормально, только очень жарко, а так как будто... Вот так вот. Все остальные приезжайте тоже, мы будем рады вас видеть. Милости просим. Съездили в Узбекистан, привезли кое-что новенького. Вот теперь потихонечку от этого избавляемся. Азия надоела. Хочу отдохнуть, наверное, на Дальний Восток. Просто отдохнуть. Понятно. Может быть, вместе съездим? Да почему же и нет? Да, классно. И я рад буду это. По-прежнему интересны эти натодонтиды и прочие. А, нет, я по Парнасам. По Парнасам увлекся разведением, в частности. А, и скрещиванием. Ну да. Как пойдет. Удачи вам. Мир Трутмай. Может, за некоторые произошли, я полностью перешел на рваную технику. Теперь я бабочек рву на части. Раньше рубил, теперь рву. Ага, вон что, понятно. Дача у тещи процветает, моркошка там колосится. Продолжает захламляться. В целом огородные культуры произрастают. У Вадима самая классная дача. Там так, там атмосфера просто волшебная. И мне не суть важно было, что же там именно растет. Но всех приглашаю на дачку Вадима к его теще. Вот. Там теперь висит мишень и организована стрельба из лука. Ага, вон оно что. Классно. А вот сейчас покажем, что у нас Вадик вытворяет. Рваные всякие его техники. К сожалению, все бликует ужасно и не для фотоаппарата все это. Ну так, в общих чертах. И так далее, и тому подобное. Вот такой вот у нас Вадик молодец. Давай передай привет маме, папе, любовнице. Всем привет. Ничего нет, того нет. Здравствуйте, Алексей. Какие у вас мысли по поводу прошедшей ярмарки? Все здорово, неплохо. Приятные встречи со старыми новыми знакомыми. Отлично, кайф. Как всегда, отлично. Классно. И вот что Алексей продает тут, меняет и раздает. Немножко материала с предыдущими выставками «Кавказ». Понятно. Какие у вас пожелания относительно технических сторон этой ярмарки? Если было бы чуть пошире, было бы просто фантастически круто. А так, конечно, все прекрасно, обилие материала. Спасибо, мы передадим ваше мнение организаторам, постараемся учесть ваши пожелания. Всего вам доброго. Лучше бетона. Питон? Да, остались. Это все питон. Ай-яй-яй, бедный питончик. Так, еще вас... Куколки тропических бабочек. Ага. А ремешочки из кого? Тоже питон, это все питон. Понятно. Ну ладно, спасибо за обзор. И вам спасибо. На всех видосах, которые есть в Ютубе, показывают бабочек сушеных. Кому они, господи, нужны? Интересные люди, которые этим занимаются. Ну, меня зовут Андрей, я занимаюсь парнасиками, на уровне дилетантства и любительства. Вот, а так вообще я герпетолог. А сколько у тебя коробок парнасов?
Пока 10, 400 с лишним экземпляров, это если не считать серийных, там работает. Ты одобряешь разделение на сколько там родов отдельных? Нет, там три опы в отдельные рода возводят. Нет, никаких родов там нету, под рода есть точно. И по молекулярке все это показано, именно под рода. Если определенные люди не умеют читать молекулярные деревья и их интерпретировать, то тут как бы уже проблема как бы именно человека конкретно. Да, здравствуйте, дорогие товарищи, вот за ваше здоровье, за удачную охоту, да, за черных тонов, куда их так вкатить. Какие, Илья, у вас планы на следующий год, куда собираемся ехать? На Новорублевское шоссе. Нет. На Новорижское, пардон. А километры, не знаю, я там проведу в ближайший год. А что так, безвылазно? Твою же ж мать. Ладно, дальше продолжение снимем в следующем году тогда. Когда вернешься с шоссе. Пока. Вот, и я видео снимаю. Скажи на камеру что-нибудь. Рассказывайте на камеру что-нибудь. Очень классный колесико. Понятно.